А вот и кнопка! Это моя кнопка! Ты опоздал, Линч! Ты не смотрел Супер Марио! Нужно что-то делать! Марио меня ждет! Сегодня на ужин, усатик! Всем привет, ребята! Вы на канале СПТВ! И с вами Супер Луиджи Мэншин! Мы добрались до самого страшного, ужасного и огромного цветка! Вы только посмотрите на его размеры! В его пасти хранится наша кнопка, чтобы спасти Супер Марио! Луиджи, помогай! Сейчас с двух сторон с помощью присосок мы откроем эту пасть. Надеюсь, оттуда кто-нибудь не выпрыгнет. А вы, ребята, жмите лайк, кнопку подписаться и колокольчик, потому что без вашей помощи мы не справимся. Это кнопка! Уиджи, растяпа! Как ты мог прозевать кнопку? Как же так? Как же мне ее оттуда вода? Мягкая посадочка. А вот и кнопка. Это моя кнопка. Ты опоздал, Луиджи. Ты не спасешь Супер Марио. Нужно что-то делать! Марио меня ждет! Сегодня на ужин, усатик! Извините, к вам на ужин я не могу, я спешу на ужин к Супер Марио! Нужно вас спасать, мои друзья! Противный какой! Зубастик! Он решил меня проглотить и вправду на ужин! А мы взяли пилу! А что с ней делать? Этот же босс привидение! Как нам быть с пилой-то? Может быть, здесь есть какая-нибудь другая помощь? Так. Это что еще за... Какие-то странные цветки стал мне проглотил! Ну-ка, Кэш, зубастик противный! Я должен спасти Супер Марио! Первый раз на меня брат понадеялся! Я спасу моего брата! Что у вас из-за растения? Нет, это не то, что мне надо. Как нам побить вообще этого зубастика? Ничего не пойму! Если бы был рядом Супер Марио, он бы что-нибудь обязательно придумал! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Оу! Промазал зубастик, промазал. И в этом цветке ничего нету. Что же мне делать? Подожди, цветок-то живой. А его садовник? Привидение. Получается, мы можем побить цветок. И привидение само убежит. Ха-ха, я гений. А вот только как нам ударить цветок, потому что он постоянно на меня охотится. Что-то вынюхивает и вынюхивает. Ага, вспышка не помогает. Так, как же мне быть? Как же мне быть? Как же мне быть? Нам нужно заманить цветок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну-ка, выбли меня! Думаю, Луиджи... Нам нужно, чтобы цветок промазал, да! Вот когда он меня кусает, если он укусит, допустим, вот этот вот цветок, который здесь у нас вырастает. Отлично! Нам нужно, чтобы он промазал цветочек. Будем его дразнить, пока он не промахнется. Эй, Гуиджи, ты куда побежал? Мне тут одному не справиться. Наша пила. Как же нам сделать, чтобы он промазал? Ага! Сейчас, сейчас... Он скорее мной поужинает! Что-то мой план не работает!
Куда он должен попасть? А если он укусит этот цветок? Ну-ка, киса, кыс, иди сюда. Хороший зубастик. Мне надо поскорее взять пилу. Пилу и спрятаться за цветочек и посмотрим. Он проломил цветочек просто на кусочки. Ай, и пилу меня выбил. Как-то же он должен промахнуться. Киса, зубастая киса, иди сюда. Сейчас я тебя угощу. Ой-ой-ой. Ау! Он зажимает меня в угол. Что за босс такой? Никак к нему не подобраться. А вот он меня готов проглотить. Должен же он как-то промахнуться. Если у нас есть пила, значит мы можем разделить цветок и его садовника. Я, кажется, уже такого придумал 5 минут назад. Хватит меня есть! Какой-то плотоядный цветочек. Нужно что-то придумывать. Киса! Эй, киса, иди сюда! Я тебя угощу моей пилой. Какая ручная киса у него. Ай! Вот, только что он зацепился за землю. Если он немножко постоит, как же нам его остановить-то? Нам нужно заставить его застыть буквально на минуточку. Я быстро сбегаю за пилой. Ага, вот оно что, я понял. Дай за пилой пройду, противный садовник. Дай пилу, сейчас же зубастик освободится. Ай-яй-яй-яй-яй. Но ничего страшного. Зато мы теперь знаем, нам нужно дождаться, когда зубастик ударит раз, ударит два, а на третий раз он кусает, что попадается ему под зубы. И нам нужно, чтобы попался цветочек, который еще не вылупился. Да, здесь очень странные цветы, очень странный садовник, здесь вообще все очень странное. Ну как же нам быть иначе? Заманим зубастика. Зубастик, главное пилу успеть взять. Опа! Киса, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это был второй укус. А сейчас, когда он третий кус будет делать, он должен... Эй, я чего-то не пойму. Как же нам сделать так, чтобы он застрял? Я, кажется, понял. Наш цветок должен вылупиться, и тогда зубастик за него цепляется. Ага, вот. Прощайся со своим зубастиком, злой садовник. Мне нужен Супер Марио. Где Супер Марио? Если ты меня не скажешь, я отведу тебя к профессору. Он тебя закроет в своем бункере. Куда он делся? О нет, он снова нашел зубастика. Он нашел зубастика. Ух. Мой план сорвался. Упс. Ай-я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 й
А вот и я! Вот как вы разлучили меня с моим братом, с моими друзьями, я разлучу вас с вашим цветком. Ну-ка, стой! Где Супер Марио? Куда он делся? Нет, нет, нет! Подожди! Он каждый раз выращивает новый цветок! Я это только что увидел сам! Как же нам быть? Тогда нам нужен крушитель 3000. Мы просто заманим садовника. Ха-ха. Вот тебе, получай. Ну-ка, стоять. Попался. Либо говоришь, где Супер Марио, либо я тебя деактивирую. Если это так можно назвать. Куда он делся? Эй, любитель зубастиков! Ух, ё! Он выращивает третьего зубастика. У него, кажется, просто бесконечное количество странных семян. Где вообще такие семена продаются?
Что за зубастики? Неужели нельзя вырастить красивую ромашку, подсолнух? Я не знаю, василек, любой другой цветочек. А не тот, который пытается съесть меня. Берем пилу, берем, не ты успел за пилой. Промазал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ауч. Моя сила. Глупый зубастик. Ой, зачем я привлек его внимание? Рановато, я же еще пилу не взял. А, застрял. А, подожди минуточку. Сейчас возьму пилу. Вот теперь мы с тобой разберемся. Упс, немножечко опоздал. Ай. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо, что у меня есть крушитель 3000. Иначе бы этот зубастик меня проглотил. Ой-ой-ой-ой-ой. Не догонишь. Берем пилу. Вот. Сейчас мы с тобой разберемся. Главное успеть поймать садовника до того, как он вырастет четвертого зубастика. Пилим. Ну, здравствуй, садовник. Не говоришь, где Супер Марио? Тогда профессор с тобой поговорит. Совершенно другим способом. Я хотел по-хорошему, по-доброму, но будет по-твоему. Получай! Супер Марио на 8-м этаже! Отпусти меня! Упс, я немножко не успел. Что? Поливалка? Зачем нам поливалка? И что? Ух ты ж! Живая лестница! Кнопка на 8-й этаж! Супер Марио, я тебя спасу! Твой братик уже в пути! Главное, чтобы там не было больше зубастиков! Thank you.